Діаспори допомагають дуже шмат. І зараз це треба протягувати, робити те, що вони і ми разом робимо. Олеж, конечно, мы будем размовлять про Беларусь. Про то, что только одинство решений, одинство заяв может супростоять этому режиму. И мы будем завжди повторять, что стало причиной кризису, а не то, что не об наступствах этого кризиса. И я хочу вам сказать, что мы ни разу не поступились головными принципами белорусов. Спочатку повинна выйти на волю все невинные белорусы, и только потом сможет отбыться диалог. Только после этого. И, конечно, я приехала сюда, как встретиться с вами. Вы ведаете, что это завжди самая приемная частка моего любого визиту поговорить с белорусами. И ведаете, мне очень часто кажут, або мы сами кажем, что вы допомагаете нам. Але на сам реч я могу сказать, что это мы допомагаем вам. Бо политики, они только отчиняют двери, у которые потом уходят диаспоры, у которые уходят активисты, организации и звертают увагу на проблемы белорусов, звертают увагу европейских и австрийских политиков. Вы разговариваете именно с австрийскими бизнесами, которые сотрудничают с режимом. Вы выходите на пикеты, вы звертаетесь до медиа и вы пишете листы. И, конечно, я очень удячна вам за вашу активность, я очень удячна вам за вашу солидарность. И, как вы видите, ситуация вокруг Беларуси зараз очень обостренная. И я меркую, нам потребно быть еще больше мощнейшими, именно зараз, и больше учнейшими. И мы завжди повинны памятать про наш главный приоритет. Уже больше за 10 суток Ольга Горбунова. Это девчина, якая створала притулки для женщин, потерпелых от хатнего гвалту, и она тримает голодовку. Она находится на Крестина, але протягивает выказывать протест нават у таких умовах. И вы ведаете, когда я читаю такие новины, я гонорюся, что белорусы протягивают свою борьбу. Але читаю же такие новины, я так само отчуваю злость. Бо никто не заслуговывает такого бесчеловечного ставления. И я ведаю, что и вы так само отчуваете такую же злость. Але гэта наша злость, как я завжди кажу, она только узмацняет наше жадание працаваць больш старанно. Она перетворяется у энергию. И недавно мой муж, Сергей Тихановский, поделился вершем, где были такие радки. Той, кто не шукает, не знойдзе. Не зможа, кто не чакае, дачакацца. Кто не гарыць, той не запаліць. И той, кто не верыць, можа здацца. Сергей нагадвае нам, як важно ни на секунду не переставать верить у свои силы, у свою моц. И робить то, что в наших силах, и навод то, что покуль сдается нам немагчимым. Бо с одного боку, гэты год показал нам, что гэты шлях до свободы будет не таким хутким, які мы заявляли себе у 2020-м. Але з іншага боку, кожны, хто зараз тут, кожны у Беларусі, кожны, хто ў выгнанні, стаў больш моцным, стаў больш устойлівым і толькі ўмацаваўся ў сваіх перакананнях. І ведаеце, я хачу яшчэ згадаць палітзняволенага спартовага журналісту Сашу Івуліна, які сказаў: «Галоўнае – гэта мець мужнасць працягваць». И погодитесь, он
має рацію, і я ведаю, што у кожным з вас, у кожным з нас, беларусаў, гэта мужнасць ёсць. Вялікі вам дзякуй, што сёння прыйшлі, і жыве Беларусь! Yeah.